селе Водораздел Андроповского района открыли обновленный воинский мемориал. Он находится на месте захоронения красноармейцев, погибших в боях с фашистами. Объект почти 30 лет не ремонтировали. И вот, наконец, удалось провести капитальную реконструкцию за счет федерального и краевого бюджета. В церемонии открытия принял участие губернатор Владимир Владимиров. Он возложил цветы к вечному огню и поблагодарил земляков, которые помогают сохранить священную память о событиях Великой Отечественной. Всего в этом году на Ставрополе запланировали отремонтировать 57 воинских захоронений. Почти на всех объектах работы уже закончились. В Пятигорске завершается реконструкция детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. В ближайшее время туда завезут спортивное оборудование и инвентарь. Об этом рассказали на совещании по вопросам реализации в крае национальных проектов. Его провел губернатор Владимир Владимиров. Обсудили ход исполнения мероприятий регионального проекта «Спорт. Норма жизни», ставшего частью у нас проекта «Демография». В частности, уже установлено оборудование для 4 малых спортивных площадок ГТО в 4 районах края – Грачевском, Кочубейском, Красногвардейском и Предгорном. Всего же в этом году реализуется 65 мероприятий на сумму более 415 миллионов рублей. Я напомню, что у нас нашим президентом поставлена одна задача, чтобы каждый человек почувствовал тот эффект от национальных проектов, который закладывается. В Советском округе создадут теплицы по выращиванию томатов. Помидорный инвестпроект запустят неподалеку от села Солдата Александровского. Парники займут около 40 гектаров. Земельный участок под строительство уже определили и нашли подрядчиков. Откроется теплица в следующем году и принесут краю свыше 600 рабочих мест. В поселке Приитокском Георгиевского округа построили спортплощадку. Там установили металлическое ограждение и оборудование для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. Работы велись в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В Железноводске озеленители начнут готовить клумбы к высадке тюльпанов. Улицы курорта следующей весной украсит 137 тысяч цветов ярких сортов «Дон Кихот», «Барселона» и «Большой театр». Ландшафтные дизайнеры уже работают над внешним видом будущих цветников. Оценить их можно будет во время фестиваля «Бал тюльпанов» в грядущем году.